Алло. Алло, Вадим. Да. Здравствуйте, с управлением Наркоконтроль беспокоит. Да, очень приятно. Езжаете уже? Ну, я уже еду, минут, думаю, через 5-10 у вас буду. А что там, расскажите, что там случилось-то? Ну, в двух, если словах, то пришел материал из Воробьевского о ГИБДД, из ГИБДД, вот, о том, что, значит, Свиридов Артем Александрович, вот, по 12, часть 1, 12.8 на лишение, вот, и пришел акт освидетельствования и на алкотестере, и на наркотестер, вот, про алкотестер нам это не интересно, а вот наркотестер у меня на руках, значит, акт освидетельствования, где написано, что установлено состояние наркотического опьянения. Вот, значит, в свою очередь Артем поясняет, что есть бумага, вот там суд какой-то выиграли. Мне вот эта бумага нужна, ксерокопия. А мне единственное вот непонятно, а бумажка-то как к вам это относится-то? Ну, потому что они решили, что коли мы наркоконтроль, то мы можем по административной ответственности. Ну, вы понимаете, что ваши действия, те, которые сейчас происходят, они абсолютно незаконные? Нет, наши действия законные. Законные, да? Угу. Хорошо, хорошо. Я скоро буду у вас. Давай. Угу. Здравствуйте. Да. Ну, рассказывайте, что приключилось. Ситуация такая, в двух словах. Поступил в наркоконтроль материал. Вы с ним знакомы, я надеюсь, да? Нет. Не знакомы? Не знакомы. Ну, материал, который по обжалованию был? Не по обжалованию. Ну, обжаловали первый. Который? Первый. А, ну да, какой выпуск? Ну, который обжаловали. Да. Все верно. Ну. Знаете? Ну, конечно, знаем. Ну, и что там? Значит, протокол. Направление. Значит, установлено состояние наркотического опьянения. Артем поясняет, что вы выиграли. Нету там ничего. Мне нужна эта бумага. Мне нужно сделать материал. Я гражданин, могу увидеть? Кого? Гражданин Артем, у вас? Да. Вот. Я хотел бы с ним встретиться. Вы встретитесь обязательно с ним. У вас есть орден на защиту, на что-то там. Вы адвокат, не адвокат. Я ему предоставляю помощь ордер. Иного лица, защитника. Ордер где? Защитник. Он не должен быть. Как вы сейчас вообще какие процедуры какие-то администрации проходят? Нет. На каком основании он вообще там находится? Я еще раз объясню. Поступил материал. Не, я понимаю. Ну, какие-то нужно... документы составлены, вы его задержали. Вы нет. Его, даст, вы его из квартиры взяли? Что привели? Значит взяли? Ну, привели предложили проехать, он проехал. Ну, а основание было какое-то? Вот материал. Так нет, составлены какие документы, предоставление сюда? А что? Не, ну вы ограничили его свободу, верно? Почему ограничили? Ну ограничили. Нет. Он здесь по своей воле находится? Да. То есть он может сейчас выйти? Конечно. Ну вы можете предложить, чтобы он сюда выйти? Вышел. Можно я пообщаюсь с ним? Можете. Ну тогда... Где бумага? Вот это, чтобы... Вот пусть он сюда выйдет, я вам предоставлю. Пусть он выйдет сюда, мы здесь пообщаемся. Раз туда нельзя пройти. Пойдем. Здесь видеокамера. Что? Видеокамеру здесь нельзя, я сразу предупреждаю. Я буду снимать свою личную жизнь. Здесь оперативная служба, здесь секретная. Тогда пусть гражданин сюда ведут, можно? Хорошо, давайте. Я в любом случае буду фиксировать. Ага, вижу все, вижу, да. Ага. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Поближе. Рассказывайте, что произошло? А, да, в принципе, ничего такого не произошло. Я находился дома, вот, ко мне приехали сотрудники там туда-сюда по поводу там какого-то там дела, ну то, что там я привлекался под, ну, там, ну, за наркотические вещества, вот. Ага. По 12-8. Да. Вот. Ага. Ну и как бы вот там попросили проехать сюда, там, ну там сразу просто как бы вот. Ну они сказали, для какой цели вам нужно было сюда проехать? Ну, да, в принципе, особо я такого ничего не слышал. Просто... То есть вам просто попросили проехать, и вы сюда проехали, я правильно понял? Ну, в принципе, да. А данные сотрудники приезжали, правильно я понял? Да. Данные сотрудники, понятно. Гражданин сейчас свободен. Вы его вообще задерживали, свободен, правильно? Он свободен, мне нужно... Вы, знаете, вот у меня единственные несколько вопросов. Первый вопрос. Если вам нужно было постановление суда, то вы должны были, наверное, в суд и обратиться. Так взять там копию. Так, тогда у гражданина нужно было поинтересоваться, что вам нужно было от него. Потому что зачем ему тратить время вот эти процедуры? Это не абсолютно неправильно. Вы можете взять бумагу? Для меня сделать все равно. Смотрите. Я не против, я могу... Почему это вас сразу нельзя было сделать? Я не хочу с вами разговаривать. Но сейчас вам никакую копию он не предоставит. Почему? Ну, предоставит потом.
потому что вы некрасиво поступили, незаконно, я так скажу. Ну, это ваши... Да, это данная ситуация будет опубликована в средствах массовой информации. Хорошо. С кем я общался? Что значит, с кем ну, общался? Вы... Я оперативный сотрудник, я не имею права. Фамилия, имя, отчество? Я не имею права назвать свою фамилию, имя, отчество. Все через вы не имеете права, да? Не надо меня снимать. Ну, хорошо. Мы тогда сделаем таким образом. Мы опубликуем это в ближайшее время в средствах массовой информации. И посмотрим, насколько все было законно. Хорошо. До свидания. Больше так не делайте. До свидания. Я спал. Ага, я вообще, я сплю дома. Я живу не один, я живу с друзьями. Мне подходит друг, будет, типа, так и так. Типа, приехали, это, типа, те с полиции. Я вообще просыпаюсь, что, в шоке. Это, типа, говорит, так и так, типа, там, с Виноградом Александровичем, я говорю, да, типа, что там, собирайтесь, что-то поедем, что-то в отдел. Ну, я как бы думал, то, что это все по этому же вопросу, я ничего не спрашивал, там, что там, как. Да я ничего не разъясняли. Ничего, ничего, просто, как бы, я говорю, сейчас, типа, там, телефон, паспорт возьму, да, типа, возьми, и все, типа, и поехали. Я взял. А вот этот сотрудник непосредственно принимал участие в этом деле, да? Он приезжал. Он именно заходил, ко мне даже в квартиру, именно он заходил. Ага. Именно он даже был у меня в квартире. И дальше они зашли, вот это все сказали, взяли тебя. Нет, он один был. Он один вообще был. Он один зашел, все это сказал, я оделся, как бы, вышел, вот. А двое других сотрудников ждали меня в машине. И вот мы вышли, я сел... Они были на гражданском автомобиле, так понимаю, да? Да. Без формы, без ничего, там никто не удостоверение, ничего не было. Вот просто типа там мы с полицией и все. И потом уже мы сюда подъехали, как бы, и потом прошли в сам как бы кабинет. Вот. Ну и начал типа там спрашивать, типа, что там употребляешь. Я говорю, я ничего не употребляю, как бы. Вот у нас вот есть бумага, там я говорю, да и бумага, говорю, 100-летней давности, говорю, был суд, который я выиграл. Вот он потом что-то начал там туда-сюда. Да, там что-то спрашивал, еще какие-то вопросы. Потом я говорю, типа, у меня, говорю, есть бумага, можно, говорю, типа, мне сделать звонок. Он говорит, да, типа, ну, типа, да, говорит, позвони. Вот, я начинаю, как бы, ну, там, позвонил, вот, как бы, адвокату, у которого я, как бы, консультировался, вообще, который вел мое дело, вот, и, как бы, вот, он потребовал, типа, чтобы, вот, привели, типа, документы. Вот. А другой сотрудник сидит рядом и говорит, типа, то, что... Как бы, да, у меня, говорит, есть, говорит, сейчас типа, подозрение, то, что как бы ты. Ты наркотическое обвинение. Да. Вообще, сейчас у него подозрение. Да, это не у него, а у другого какого-то, да? Да, было подозрение. Так они уже составили все. Так они уже, даже составили. Они, мы должны были сейчас проехать вместе с ними. Наркологически, да? Я там должен был там пописать туда-сюда. Ага. Не пока вот, как не случайно. Не надо было. Нет. Вот. И он сказал, типа, так и так, вот то, что. Там, если там что-то покажет, то как бы там я тебе наберу. Если ничего, типа, ой, а если ничего не покажет, то я тебе не наберу. Вот. И как нормально бы вот вообще. Так вот. То есть надо было, им нужна была вот эта бумажка и еще проверить тебя. Да. А сейчас почему они не стали проверять? Ну я не знаю, почему то, что. Ну, как бы все. Они уже составили все это, как бы там оставалось. То есть осталось, моя подпись, в принципе, чтобы ты поехал. Осталась моя подпись, да. Я как бы я был уверен, что мы поедем, я не знаю почему. А мы выходим, он говорит, типа, по дороге. Так и так говорит, что-то там мне говорит, нужно только от тебя. Это сейчас, когда да. шли, да? Мне говорят, нужно, а тебя только ксерокопия. Кстати, я говорю, в принципе, я ничего не употреблял, я не против, я могу как бы свободно. Вот, но обязанности просто, такой нету. Да, но просто как бы вот сам вот тот факт, что я был дома вообще, меня просто привезли сюда, там, типа, начиная там мне, то, что там вот ты там употреблял, там, то есть там вот нам пришла бумага. Мне вообще интересно, почему эта бумага вообще пришла только сейчас, если вообще вот как бы сам факт этого дела, это было дело еще даже в ноябре, в начале ноября. Того года, да. Даже и так. Вот как бы вот я выиграл суд вот 3 недели назад, и вот только аж сейчас... Они это, вот спохватились после искового заявления. Да. То, что уже все как бы выиграно. И вообще, почему я должен сейчас как бы это все проходить? Дело в том, что зачем они вообще должны были все объяснить, разъяснить. То есть вообще в неведение привезли сюда. Ну, закрыли, серьезно, получается, говорю, да, здесь реально был задержан. Сколько по времени здесь провел? Ой, да более полтора часа примерно. Полтора часа здесь провел, да? Да. Ну, в общем, смотри, копию я им специально не стал отдавать, потому что они красиво поступили. Но если должен был тебя задержать, он должен был все разъяснить непосредственно. Зачем, для чего, почему, а в неведении тебе держать. Я знаю вас, как бы, я видел ваши ролики, я смотрю там на Ютубе, вот там, я частенько там подписан на ваш канал. Просто мы с ними дружим, они попросили, так некому, я сюда подъехал. Ну, отлично, что знаешь. Не, я просто, я вышел, я прямо даже в шоке немного, что как бы... Так вот все произошло, не серьезно.